говорят медведи. Здесь в лесах встретят медведи, спускаются. Я стараюсь про медведя не говорить, потому что женщины сразу пугаются. Вот. Извините. Поэтому, когда... Это очень... Сереж сидит. И дом крикнул, сейчас рухнет, а тут же пропасть такая огромная сразу. Свесит ноги и сидит. Кошмар. А мне вот так мандраж пошел сразу круто. И сидит. По большому счету, неспешным шагом наверх можно дойти прямо на вершину. Дольмен? Древний дольмен разрушенный. Вот это он? Да, вон, да.
сторонку, морозь. Не морозь меня, не морозь меня, моего коня. День Победы, как он был от нас далек, как костре потухшим таял уголек. Были весны, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. А вот такое стихотворение, ну, каждый человек может сказать о себе, что он, ну, примерно так, да? Я мера мироздания, и глубина, и ширина, и воплощение знания. Я корень слов, источник жизни и миров. Я формирую бытие свое, ее, вселенной сей. Источники любви своей, которой космос заполняю. Я так живу и процветаю, буду жить и процветать. Любовь и счастье воплощать, заполню этим все миры. Где буду я, где будешь ты? Ведь я и ты две меры этой красоты. Спасибо. Одна строчка, которая вот это побуждает. А я казачок. Бам, надо.